Артиллерийская подготовка, все смоки вроде бы четенько, получилась стенка по всем фронтам, да, выход, флешка, КТ слепое, Спид находит, ну Спид с волхагом каким-то играет, как он нашел свой минус, непонятно, тем не менее, бомба ставится, но это эко какой-то раунд со смоками должен быть, судя по результатам. Два отдались игрока, у двоих по пол хп, плент стоит, но там пять игроков сейчас будут ломиться поляки на этот плент. Доверили АВП. Пиназор, хоть и за ВП, наверное, убей. Сказали там, побежал куда-то Крекер. Надо было уж сразу бежать тогда, а не сначала еще 15 секунд стоять после постановки плента. Тут никак. Тут никак, раунд не спасти. Плент, да нет, еще можно, плента стоит открыто. Что же вы сделали-то, ребята, Крекер? Вот эта игра, великолепно, феноменно. Ну вот все раунды прям... Тютелька в тютельку.